Когда я была маленькая, но еще меньше, чем сейчас, я больше всего боялась кариозных бактерий. Кариз – это когда маленькие частички, микробы появляются на зубах. А потом мама отвела меня в Dental Fantasy. И там было очень здорово. И я стала ждать зубную фею, когда она придет еще в Dental Fantasy показывать мультики. Там можно даже поиграть. Некоторые дети плачут, не хотят уходить. Это очень хорошая книга. Здесь не страшно. Мне нравится здесь. Когда я чищу дома зубы, я думаю про моего доктора. Ведь он радуется, что я все делаю правильно. Dental Fantasy. Мы лечим детей как взрослых, а взрослых как детей.